А ты же знаешь, в машине есть лебедка. Серьезно? Я не знал. Что будешь делать? Еще не придумал. Самый раз. Похоже, было весело. Холм крутой. Ну, готовы? Попробуй. Поехали. Спокойно. Спокойно. Ха-ха. Видишь, Салли? Лебедка-то пригодилась. Ну, проехали один холм. Пока она себя не окупила. Ну, пока нет. Хоть маленький, но успех. Я буду радоваться большим. Сейчас отсоединю лебедку и поедем. Полюбуйтесь, Джек. О, потрясающе. Только представьте. Вы, богатые, преуспевающие пираты, бежали сюда, подальше от угнетения. А бедные угнетенные пираты хотели просто спокойно грабить в свое удовольствие. Нет-нет-нет, они мечтали стать свободными. Ну, если искать место, чтобы укрыться от общества, тут совсем неплохо. Уже 100 лет едем к этому вулкану.